В новом боксе. Тут у нас додж стоит. Тут задача по нем полностью его помыть, отхимчистить, где нужно полирнуть, привести его в порядок для того, чтобы отдать уже новому владельцу его до конца недели. Короче, за пару дней нужно все сделать. Сейчас я мою для начала колеса. Попшикал химию, потому что они такие были в ржавчинке от колодок. Вот сейчас снимаю колеса, домываю их внутри, привожу в порядок. Короче, процесс у нас детейлинга, грубо говоря, в тяжелых условиях, так как нету еще всего оборудования для этого. Ну, в любом случае, все сделаем в домашних условиях и отдадим клиентке до конца недели. Так, помыли вот мы правую сторону колес, отодраили химию и все. И что хочу сказать. Ну, помыв диски, можно машину уже не мыть. Уже машина выглядит чистой, горит именно уже четенько, красиво. Ну, в общем, результат только диски уже дают. И что еще хочу вот показать. Вот тут такой вот отпечаток пальцев у нас и руки. Этот отпечаток еще приехал из Америки. И я вот думаю, может его оставить как память, потому что он даже не стирается вот уже. Видите, насколько он въелся? Что за рука была у американца, что вот так вот он оставил отпечаток, и до сих пор он не стирается. Ну, короче, наверное, заклеим мы пленкой, бронепленкой, и пускай будет как память на этом автомобиле. У Курского вокзала стою я молодой, подайте Христа ради червонец золотой. Подайте Христа ради червонец золотой. Вот господин какой-то, а рядом никого. Цепочка золотая на брюхе у него. Цепочка золотая. У меня вывод такой и такое мнение, что у детейлеров очень быстро летит время, очень быстро. Пишет мне жена в 8:30 где-то там, давай выдвигайся уже домой. Ну, я думаю, сейчас еще там сделаю там 2-3 работы, пишу ее, скоро буду выезжать. Сделал одно, второе, третье, туда-сюда, вроде недолго, вроде быстро. Смотрю на время, уже 10:30, думаю, нифига себе у детейлеров время бежит. Короче, у них пролетает время очень-очень быстро, это мой вывод. Что я вам хотел сказать, я злостный нарушитель, я целых минут 20-25 на месте грел машину, потому что все сегодня растаяло, когда шел снег, под вечер ударил морозик, и все, короче, замерзло на машине, был лед, и ехать было невозможно. Ну, короче, я бандит целый по местным меркам уже.